Так, ну вот такая вот развязочка. Хочу поведать историю. Вот только сейчас, буквально, наверное, недавно. Сейчас проедет машина. Вау, как красиво. Буквально недавно, может быть, здесь назад, купил себе медовухи. Но оказалось, когда я спрашивал, мне сказали, что это сок с морожки. Ну и ладно, выпил 0,5 сразу, а там литровая была бутылочка. То гляжу, как-то мне похорошело, думаю, ничего себе сок. А потом еще выпил 0,5 литра, так нормально вообще стало. Сейчас еду, настроение хорошее. А потом мне говорят, что это оказывается медовуха была из морожки. Я в шоке, короче. А если прикинь, если бы я был где-нибудь там за рулем машины, допустим, обалдеть можно. В общем, там мне девушка дала номер своего телефона. Ну, там адрес такой большой, такой буклетик. Можно с деком заказать не только в Беларусь, в любую страну. Там у нее различные изморожки, не только там варенье. Очень вкусно, кстати, изморожки. Мне очень так понравилось. Я ее обязательно закажу. Там из... Сейчас я жимолость взял. Но там у нее есть различные, но очень вкусная. Обалденно. Просто стоит 100 грамм. Но разные цены, примерно 225 до 280, так, вроде бы, если я не ошибаюсь. Сейчас еду по вот дорожке Сартовальской, вообще супер. Вот ни одной ямочки практически я не вижу. Намного дороги лучше, чем в Беларуси. Просто обалденно. Сейчас вот такая вот погода классная сегодня, вообще... Дождя не ожидается. Вот впервые, наверное, будет за сколько? 2-4. Это пятый день уже. 4 дня были постоянно вот. Не то, что постоянно дожди, они, к примеру, вроде бы полдня отличная была дорога, была по погода, а потом резко дождь. А сейчас целый день вот. Ну, по крайней мере, сейчас только часа 2, наверное. Вообще никаких дождей. Так, вот сейчас я приезжаю в определенную точку своего маршрута. И вот такая вот огромнейшая скалистая порода. Я в шоке, конечно. С камеры будет, конечно, не так что-то выглядеть, но вот когда смотришь, просто впечатляет. Вау. Ну вот, я подъезжаю к Ландехпохи. Попробуем посмотреть ее поближе, эту деревню. Я в прошлый раз ее приезжал в прошлом году, но мимо так. Калиточку надо покушать. Калитку и знаменитый квас. Просто его обожаю. Но, как назло, его с деком не отправляю. Только в Москву и в Питер. Я спрашиваю, почему нельзя? Можно же написать, я же оплачиваю доставку. Напишите его там, Беларусь там и так далее. Нет, только Москва и Питер. Я поражаюсь. Что, мне деньги не нужны или что? Так, ну вот такая вот Ландехпохья. Кстати, нравится это такой городочек, это поселок, кстати. Вау. Вот сейчас будут такие виды классные. Я сейчас одной рукой держу камеру, одной управляю. Фу-фу-фу, алабайчик. Но я уже выпил литр медовушки. Хобана! Отпускаем газ. Вау, классно. Вообще с ветерком так просто обалденно. Ух ты! Вот это... Сейчас будет дорожка за Ландехпохи. Она такая будет, как змейка. Такая просто обалденная. Какие будут живописные виды. Но я сегодня, конечно, не доеду до... Рускеала. Рускеала у меня будет завтра уже. Но там очень вкусные. Делают шурму вкусную. Вообще супер. Наверное, завтра все-таки доеду до нее. Хотя сегодня, ну как, сейчас еще 2:30 или 3, наверное, уже. Пока здесь Ландехпохью просмотрю. Да, все-таки, наверное, скорее всего, завтра утром. Так, и вот очередной спуск будет. Такая вот немножечко серпантинная дорога. Хотя серпантинная дорожка будет чуть дальше. Именно вот за Ландехпохью. Оба-на, в это
машин едет. Машин. Так, сзади меня такое что-то интересное катит. А, это обычный КамАЗ. Я думаю, что такое непонятное. Так, вот сейчас железнодорожный переезд. Не знаю, успею, не успею я. Только я не вижу никого поблизости. Пока препятствий нет. Едем, значит. Оба-на! Ой, я забыл включить вилку. А вон впереди я вижу. Хоба-на! Въезжаем. Вот подъезжаю к Акуловке. Опа-на! Вот в этом небольшом Акуловском павильончике продают класс-классный. Может, здесь будет, не знаю. Ну, возьмите другой. Вот, все, спасибо. Угу. Видите, как там не раскрыто? Но она единственная. Все. А вот еще один. Угу. А вас можно заказать с деком какое-нибудь изделие? У вас есть там какая-то страничка, интернет есть? У нас странички в интернете нет. Нет, ничего такого. Только здесь, да, можно купить и все? Ну, дальше еще будет. Ага, ну, ясно, ясно. Угу. Сколько будет стоить? 350. 350. Будет работать сегодня? А что вы там хотели? А, квас. Квас? Да. Здесь есть? А, здесь есть? Да. А по какой цене и сколько? 100 рублей маленький остался. А, с объем какой? Надо забирать. 0,5 сколько? 0,5? 0,5, да. Ага. Так, два кваса еще? Да, калитки, киос есть. Картошка, брусника и морожка. А, по какой цене? По 90, все 80, да? Это 80, это 180. Давайте за 80 с брусникой. За 80 с брусникой. А что еще вы сказали еще раз? Картошка. Картошка. Картошка, брусника, морожка. Давайте еще вот этот с картошкой. Вам все с собой? А нет, я здесь буду. Хорошо. Два кваса, две калитки. Да-да-да. Картошка и брусника. Картошка. Да. Спасибо. Пожалуйста. А мне чай тут черный и с собой фирмы. Вот заказал себе фишбургер вот такой. Сейчас попробую. Кирха напротив меня. Тут прибыл в музей «Город ангелов». Здесь ни разу не был, но довольно так интересно выглядит. Но вроде бы вход бесплатный, если не ошибаюсь. Данные концерты. А, ну это нужно запись. Музей, сувениры, плата буклетов внутри кирхи музея. Так, ну вот сейчас заходим в город ангелов. Музей город ангелов. Так, касса. О, на приют написано.
Так, и что у нас здесь? Дедушка Добрый, скульптор из Москвы. Вот вся информация. А здесь даже денежки есть. Взрослый, ничего себе, 500 рублей. Так, ну вот я добрался до парка Клевала скульптур. И вот нашел вот такую вот интересную женщину деревянную. Так, вот если вот так отталкиваться, очень красиво выглядит, конечно, супер. Вот следующая композиция, я не знаю, кто это, здесь не написано, тоже вот такая вамп-женщина. Сейчас посмотрим ей в глаза. Нет, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А где чай? Вот 4 вида иван-чая у нас с травами. Какие с ягодами, черника, брусника, с чагой и классический иван-чай. Чем вам налить, попробовать? Классический с чагой меня просто интересует. Давайте классический вам налью. Пожалуйста, пожалуйста. С чагой держите, пожалуйста. Чага, знаете, да? Это вот нарост такой на березе, mm-hmm. Вот она питается березовым соком. Mm-hmm. Как вам на вкус? Mm-hmm. Чага желудок лечит, от головных болей избавляет. Содержит порядка 80 микроэлементов. Сам иван-чай очень хорошо для организма, вводит шлаки, токсины. А, витамина С там в 7 раз больше, чем в лимоне. Mm-hmm. Это я был на долине водопадов сейчас. И там продегустировали, сказали сок, а это было... С это медовуха. Я выпил, думаю, что так это похорошело так. Хотите, у нас еще медовуху можете выпить, попробовать. Да, вот здесь можно. Еще похорошеет больше. А, так, так. С травками успокаивающий сбор есть. Вот сон нормализует ночной. Давайте угу. Вам налью попробуем. Да, давай, давай. Здесь мята, чабрец, душица. Держите, пожалуйста. А сейчас чабрец в Карелии ну, произрастает вообще, нет? Не знаю, не могу uh-huh. сказать по травам uh-huh. точно, но его, наверное, закупают, скорее всего. Mm-hmm. С ягодками еще черника, брусника. Давайте с третьего определюсь. Богат микроэлементами он. Держите. Берите палочки, пробуйте варенье, все.
каждый раз новую палочку, и сюда вот можно складывать. Вот из морожки есть варенье, самое популярное — мята хвоя, шишка сосновая. А чай как он у вас продается вообще? Вот в пакетиках. В пакетиках. Нас есть не только такой чай, у нас еще есть с другими вкусами. С малиной, с рябиной, с черникой, со смородиной. А вот чуть поменьше есть пакетики? Поменьше, то есть такие большие только? Вот смотрите, 50 грамм вот такие вот пакетики. А и на сколько его хватает примерно чашек? Ну, примерно, чтобы в среднем. 2 столовые ложки на пол-литра кипятка. Тут, наверное, раза 2-3 заварить. Ясно. Вообще иван-чай чем хорош, он не накапливает канцерогены, его можно заварили. Он вот чем дольше стоит, тем больше он заваривается. Выпили, потом опять можно кипяточку туда налить, и он опять заваривается. А у вас есть просто чабрец без ничего? Чабрец? Да, просто без добавления. Нет, вот иван-чай просто с чабрецом. А вот с чадой, и вот успокаивающий его с травами. Берите палочки вот одноразовые. Так, вот жимус я все взял, там небольшую, так. Брусничное варенье, облепиха, шишка сосновая, хвойное варенье. Кстати, очень полезное для тех, кого укачивает хвойное варенье. Такое интересное оно на вкус, да, как мохито прям. Да. Таежный сбор попробуйте, очень вкусное варенье. Здесь несколько видов ягод. Это что? Апельсин, морожка. Это она здесь с добавлением сахара или без сахара? С сахаром. Да. Она куда вообще добавляется? Там в чай или как мажется? Кто как ест. Кто-то любит чай с облепиховым, вот именно с облепихой. Так, вот такой вот успокаивающий. Сон нормализует ночной, успокаивающий сбор. Берите. Очень полезно при заболеваниях горла, дыхательную систему лечит. Это хвойная. Можете стаканчик взять, подносить, чтобы он накапал. Какой стаканчик? Вот. То накапает так. Скажите, а вы отправляете вот там почтом или с деком каким-нибудь? У нас есть на Озоне товар. Товары, но только нашего производства, чаи, варенье. Хорошо, сейчас, спасибо. И вот кофейня, сейчас откроем блинчиков. Кофе не буду брать, наверное, сказали, оно как бы не очень. Мы посмотрим. Куда делать? А здесь с чабрецом, да, наверное, чай есть? С чабрецом? Да. Есть. А капчик можно опустить? Да. Отлично. А вы это что такое? Домашний лимонад, это морс с брусника. А сколько стоит? 120 рублей, 0,3 стаканчик. Пока давайте к чаю этот блинчик пока. У вас получается чай с чабрецом, блинчик с облепихой. Да. 330 рублей. Так, вот мое блюдо. 330 рублей вроде бы стоит, я не ошибаюсь. Блинчик и чай с чабрецом. Так, ну вот, наелся сладостей. Не только блинчики и с чабрецом чай. Ну, с облепихой, конечно, вот очень понравилось. Там были клубника и другие сладости, но мне с облепихой очень понравилось. Вот здесь, конечно, кофейня классная. Можно посидеть и на улице, и в помещении. Вот здесь лавка северных сладостей есть вдали. В общем, сейчас самая будет, наверное, большая горка, самая крутая. Не помню, то ли 16 градусов, если не ошибаюсь, а может даже и 17-18.